22 февраля в историко-архитектурном комплексе «Теремок» в рамках программы «Тенишевские праздники» в Аклёнове прошли народные гуляния «Широкая масленица». В них приняли участие хореографические коллективы Талашкинского дома культуры «Веста» и «Феерия», хор народной песни «Смоленское раздолье», солистки эстрадного коллектива «Стартрек» Пригорского дома культуры. Гостей развлекали скоморохи, зима, весна. Заводили хороводы, устраивали соревнования между командами мальчишек и девчонок, перетягивание каната, бег в мешках, распиливание бревна. Все участники соревнований и конкурсов получили призы, предоставленные издательством «Юнилайн». По традиции, в заключение праздника скоморохи с прибаутками да шутками сожгли на костре чучело масленицы. Так в Афленове шумно, весело, задорно прощались с зимой и закликали весну. В этом году в историко-архитектурном комплексе «Теремок» на праздновании широкой масленицы побывало около 500 участников.